Друзья, всем привет! Мы находимся в самом замечательном городе Канады, город Оквилл. В нем живет, я бы сказал, лучшие, наверное, люди планеты Земля, такие как мы с Наташей, с моей женой, которая вас сейчас, меня записывает для вас. Вот мой сайн, видите, это моя недвижимость, которую я продаю, то есть не моя недвижимость, а моего клиента. Если вы посмотрите сейчас на улицу, вот Наташа вам покажет, видите, идет сплошная стройка, то есть это абсолютно новый таунхаус, которому меньше 4 месяцев. Люди только-только заселились, но они продают, потому что у них есть на то причины. Стоимость его, сразу скажу, 815 тысяч долларов. И мы сейчас с вами пойдем его смотреть. Значит, давайте я вам скажу, где мы находимся. Город Оквилл. Значит, если мы сейчас выезжаем где-то за направо, то через буквально 5-10 минут мы попадаем с вами на хайвей. И до даунтауна Торонто получается где-то 25-30 минут без трафика. Буквально напротив, через дорогу, будет большая торговая плаза, очень большая, там громадные магазины Canadian Tire, Walmart, вот такие, очень много. Рестораны, там бары, все, что хотите. Самое главное, есть LCBO. У нас лютая зима, плюс 17, вот мы сейчас с вами идем смотреть. Если еще говорить о том, где мы находимся, то буквально в 5 минутах, наверное, на машине находится Go Station, то есть электричка, на которой вы можете доехать до города Торонто. Пойдем смотреть сам таунхаус. Так, вот у нас здесь, видите, есть охрана, это аларм наш местный. Наша задача, чтобы он никуда от нас не убежал. Так, котовский. Теперь мы с вами уже находимся внутри самого таунхауса. Как я сказал, он абсолютно новый, что называется brand new. Как обычно, нас встречает раздевалочка с одеждой, да? Чуть правее, это вот здесь вот место, где вы можете поставить тумбочку, или иногда здесь ставят такую скамеечку, на которую можете сесть и переобуться, если вам нужно. Сразу направо от входа, вход в гараж. Давайте я вам сразу открою его, показываю, не знаю, где свет включается, вот здесь вот он включается. Оп-оп-оп-оп. Вот. Вот наш гараж с вами. Он достаточно высокий, просторный, и самое главное, что он insulated. Видите, то есть он полностью утеплен, что очень хорошо. Гараж на одну машину. Гараж на одну машину и второе парковочное место снаружи на драйвее, да? Сразу здесь по коридору. Мне нравится, кстати говоря, что вот это место довольно просторное, широкое. Двигаемся по коридору, сразу налево у нас идет санузел. Powder room, как говорят в Канаде. Моечка, унитаз. Здесь для ваших принадлежностей. Теперь мы идем дальше уже непосредственно в сам таунхаус. Обычная такая популярная планировка, которая называется Open Concept. То есть все раскрыто. И здесь вас встречает dining area, то есть обеденная зона. Вот видите, здесь вы можете компактно расположиться с друзьями. Тут дальше, кстати говоря, здесь довольно симпатичный камин. Электрический, но он греет, все как положено. Люди, которые покупали этот таунхаус, они заплатили больше 40 тысяч, если я не ошибаюсь по памяти, за апгрейд. Поэтому, если вот Наташа вам сейчас покажет, здесь лежат довольно дорогие полы. Соответственно, видите, вот это вот называется island, островок, по-русски говоря. Естественно, все это гранит. Здесь стоит такая достаточно более высокого качества арматура сантехническая. Все вот этот каунтертоп, рабочая поверхность кухни, все это, естественно, гранит. Вот эти кабинеты, это тоже апгрейдс, то есть это более высокого качества, более все дорогое. Площадь этого таунхауса 1823 скверфита по памяти, то есть это довольно большая площадь. Вот эти потлайтс, которые вы видите, насколько я помню, они, по-моему, тоже являются апгрейдом. В этом таунхаусе стоят достаточно хорошие, дорогие аплайнсы. KitchenAid, это довольно хороший бренд. Self-cleaning плита стеклянная и, соответственно, холодильник, это все тоже KitchenAid. Вот здесь, где я сейчас стою, это в Канаде называется breakfast zone, то есть, как правило, вы здесь ставите столик, за которым вы завтракаете. В данном случае они решили, чтобы не загромождать это пространство, вот они использовали это как барную стоечку, да, то есть садитесь, место для ног есть, вот, в принципе, это удобно. Если у вас небольшая семья, то мне кажется, что это удобно, когда хозяйка стоит, разговаривает. То есть вот у вас напротив, вот сейчас Наташа стоит, за ее спиной находится телевизор.
рядом диванчики, то есть если супруга, скажем, там готовит или моет посуду, у нее есть возможность нормально, спокойно поговорить с мужем. Вот отсюда дальше, если мы идем, то мы попадаем на бэк-ярд. Единственное, он пока сейчас заколочен, потому что... Вот сейчас Наташа вам покажет. Видите, здесь стоят заколоченные досками. Почему? Потому что дальше вот этот вот, примерно середина между домами, это будет стоять забор. Его ставит строитель, но пока еще они не начали работать, потому что они ждут, соответственно, когда будет тепло. Но это включено в цену, то есть вам ничего делать не надо. Теперь мы двигаемся на второй этаж. Что мне нравится, здесь опять же улучшенного качества, это называется балясины, то есть все это сделано очень крепко. Вот видите, я дядька такой, в общем-то, не самый громадный, но если я потрясу хорошенько, то эта лестница даже не шелохнется. И мы с вами идем дальше на второй этаж, как мы говорили. На первом этаже, как вы помните, у нас hardwood floors, на втором у нас carpet, то есть ковровое покрытие. Но оно хорошего качества, и, соответственно, все это абсолютно новое, чистое. Мы заходим в одну из спален. Что мне нравится в этом таунхаузе? Вы знаете, в современных канадских таунхаузах такая концепция обычно, как правило, что мастер-бедрум приличного, хорошего размера, а вот вторая и третья спальня очень маленькие. В данном случае нормально. То есть я бы сказал, что она не громадная, но, в принципе, достаточно такого разумного размера. Естественно, соответственно, шкафчики для одежды. И здесь у нас с вами есть выход на балкон. Сюда мы попадаем. Видите, выход на балкон. Так, двигаемся дальше в следующую спальню. Это пока не мастер бедрум. Мы смотрим спальни маленького размера. Вот она, следующая спальня. Здесь у нас девочка живет. Я ее хорошо знаю, эту девочку. С маленького возраста еще. Это ее спальня. И опять же, соответственно, приличного размера комната. И вот тут находится ее шкафчик для одежды. Причем, как я говорил, что таунхаус настолько новый, настолько свежий, что, видите, везде стоит пленка, еще даже не снята. Знаете, когда вы покупаете там, скажем, телефон, он в пленке. Вот примерно так же все это и выглядит. Теперь мы дальше идем по коридору. Нас здесь встречает ландри. Вот в современных домах, давайте я вам расскажу. В современных домах новая тенденция. Раньше всегда ставили ландри или прачечную в бейсмент, то есть внизу, на бетонный пол и так далее. На сегодняшний день современная тенденция такова, что хозяйка не хочет ходить там с третьего этажа на второй, на первый, в подвал. Давай лучше соберемся в одном месте. Вот она, ваша прачечная. Вот так это выглядит. Вот стиральная машина, вот сушильная или наоборот. Для меня эта роль не играет никакой. Вот здесь все у вас находится. Отсюда мы двигаемся опять же дальше по коридору. Нас встречает вторая ванна. Здесь две полные ванны. Это ванна для детских комнат, для одной и второй спальни. Вот посмотрите, как это выглядит. Абсолютно все новое, абсолютно все чистое. Вот этот вот искусственный пластик сделан под камень. То есть это довольно дорогая работа. Это специально заказывается под размер. И, наконец, это вот этот шкафчик. Это называется closet для полотенец, да? Это вот для этой ванны. Вот только что мы были в ванной. Туда, здесь, если вы храните полотенце. И, наконец, мы с вами попадаем в мастер-бедрум. Она, в общем-то, достаточно просторная, на мой взгляд. Здесь, вот вы видите, кровать, она довольно приличного размера. И, как всегда, есть walk-in closet. То есть не просто closet, где там есть какие-то полочки, а closet, в который вы физически можете зайти. Я бы сказал, что он не очень громадный, но, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы разместиться супругу и его жене, так сказать, для того, чтобы развесить свои вещи здесь. И, как всегда это бывает в канадском доме, в мастер-бедрум есть встроенная ванная. Здесь она, на мой взгляд, достаточно шикарная. То есть вот этот вот тот самый искусственный пластик, о котором я говорил. Две отдельные мойки для супруга и для жены. Ванна, видите, сейчас современные ванны, вот они стали делать не такие, как к стене они представляются, а вот как бы она отдельно стоящая, такая мода. И здесь огромного размера, вот это, кстати говоря, все апгрейд. Вот это все стекло, все это дополнительно деньги платится. Я бы сказал, что это огромного размера душевая кабина. Шикарно.
Шикарная, по-моему, шикарная совершенно, да. То есть, вы знаете, вы сидите в ванной, открываете окошко, и сосед говорит, хай, так игриво, так сказать, помазывая себя там этим мыльцом. Ну да, в зависимости от того, какой симпатичный сосед. И смотря на кого попадешь, то есть на соседа или на соседку, там вообще, как получится, да? И какая потом реакция будет у вашего супруга, да, на это дело? Здравствуйте. Мне вообще таунхаус очень понравился на самом деле. И бейсмент отделанный понравился, и высота потолка хорошая. Кстати, насчет высоты потолка. 9 фит. 9 фит потолок. Освещенность хорошая, то есть окна большие, балкончик есть. В общем, все хорошо. И я Сереже даже предложила, что мы можем сюда переехать. Тебе понравился там, потому что я его продаю, или просто потому что он тебе понравился? Нет, в целом понравился. Я считаю, что очень разумная планировка, хороший размер комнат. И, конечно, единственное, что вот мне не нравится в новом строительстве, это то, что вот пока идет строительство, конечно, пыль на дороге, вот эта вот грязь, так сказать, от соседей, от строителей. Вот. А в целом все очень-очень хорошо и очень разумно. И это славный город Оквилл, который мы любим. Как вы помните, я говорил о том, что бейсмент, нижнее пространство дома, полностью законченное. Finished basement, как здесь называется. И вот эта вот вся лестница красивая, которая шла сверху, она, соответственно, спускается вниз. Что мы с вами имеем в бейсменте? Давайте я вам покажу. Первое, это кладовочка такая. Довольно большая, кстати говоря. Видите, тут можно массу чего разместить, хлама всевозможного, лишних каких-то вещей, коробки, все, что вы хотите. Что мы еще здесь имеем? Это следующее помещение. Я бы сказал, что это такое техническое помещение, где находится ваше отопительное оборудование, где находится ваша горячая вода. Вода, кстати говоря, здесь мгновенного нагрева. Вы знаете, в Канаде довольно принято ставить большой телевизор, большой экран именно в бейсменте, потому что здесь вы можете на полную катушку включить громкость, никому не мешать. Да, если, допустим, дети ваши учатся, то вы спокойно ставите здесь телевизор и включаете там на полную громкость хоккей, смотрите на все. Друзья, это все на сегодня. Мы вам все рассказали. Как я сказал, внизу напишите в комментариях ваши вопросы, что вас интересует. И мы с удовольствием расскажем. Спасибо большое всем. Подписывайтесь. До следующего раза. И пока.